Привет, на канале Asmo Play. Мы продолжаем играть Half-Life 2, эпизод 1. Это куда меня занесло-то так? Группа стабилизации. Есть где поправить здоровье-то? Он доставит нас к ядру. Вот. Только стоило вспомнить. Из этого выйдет. Давай. Берегись! Беги! А что там? Что там? Вот и все. Два успели. Все что-то падает там. Так, что у нас здесь? Ага, я помню. А, вот она видела, ты тоже. Тоже дверь, наверное, какая-то была. Что ты мне сделаешь? А? Ну что, ну что? Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся. Гордон, кажется, мы пришли. Осторожно. Давай, давай, давай. Это немножко назад, я не ожидал такого.
кто? Еще кто? Так. Ну, блин. Я не могу ничего напортачить. Но зачем? Да, я почему могу здесь сделать? Ничего? Боже мой, реакция зашла очень далеко. Надеюсь, доктор Клейнер не ошибся. Это портал. Должен открыться, я так понимаю. Попробуем пройти через центр управления. Ой. Кабина стоит на нижнем уровне, где находится ядро. Попробую вызвать ее. Вызывай. Показатели зашкаливают. Блин, тут все закрывается, так непонятно, где я зашел, где вышел. Переключить поле герметизации. Ничего не могу оторвать, да? Слава богу, ты знаешь, что делаешь. Я понятия не имею. Ну, вот и лифт. Гордон, я... Как мне жаль, больше я ничем не могу помочь. Ничего страшного. Возвращайся скорее. Давай, до свидания. Внимание, опасный уровень радиации. А, вот нашел. Я здорово придумал, да? Вон там еще один есть. Был. Процесс стабилизации ядра прекращен. Первый лучик есть. Первый лучик солнца. А, вот. Вот, все. Давай. Пошевеливаемся. Где ты? Вот так. Неплохо, да? Должен попасть вот так. Ну, пришел я сюда. А мне на кнопку нажать. А что мне это дало? Что я что-то не знаю? Так. Сюда. Пока бежится, бежим. Тревога. Может, не стоило этого делать? Восстановим немножко. Вот так. И что мы имеем? Нам надо туда попасть. А как нам туда? Так. Мне что, кормить надо ядро? Или что?
на вмешательство в программу ядра. Давай, нарушаем программу ядра. Да. Даже не знаю, правильно ли я делаю. Может, тело вот это кину тоже туда. Тревога. Почему? Здесь куда-то что-то надо затолкать. Вот туда, например. И что это такое? Я что-то не так сделал? Нет, я сделал это точно так. Так, а мне туда наверх и не надо, да, как я понимаю? Со всеми. Так, а что еще могу оторвать здесь? Ну-ка. Ой. Что-то его как-то расплющило не так. Ну ладно. Это твои проблемы. Сюда мы не можем. Так, а здесь мы что делаем? Так, хорошо. Или что ему? Что опасно. Тут где чего? Не запрыгнуть.
посмотрим так. Оп. Ага. Нельзя было прыгать. Значит, мне надо как-то обойти это. Ой-ой-ой. Так, минутку. Так, как-то маленько, ладно. А куда, куда? Что еще тут можно сделать? Что-то взорвать надо? Я так понимаю. Только что я понять не могу. Эта штука не взрывается. Мимо пробежали. Все. Вот так. Все. Или еще кто-то? Вон еще наверху есть. Да, сложновато с вами. Так, что-то мы отключим. Неизвестно. А куда это надо деть? Непонятно. Ой, спокойно. Ух ты, как я попал. Вот так вот. Случайность. Так, и что далее? Опять пушка какая-то. Так, уже вторая нить пошла. Сколько таких нитей надо притащить, неизвестно. Заходим в лифт. Выше мы не едем. Ну, ничего страшного. Ой-ой-ой. Еще. Сколько вас там еще? А хорошо, что вы тупые. Лезете на пролом. А я помню, как я парился с вами в цитадели. Так. Вот я пришел. Подожди. Тихо. Нет. Так, мне надо переправиться, значит. Внимание! Защитные поля отключены. Да. О, вас сюда вот отправить. Тихо.
неплохо, неплохо. Сам себя похвалил. Вот такой я молодец. Сваливаем. Интересно, у тебя-то так передвигаюсь, они-то как знают, как я передвигаюсь. Ой, это я куда, назад что ли пришел? Еще разок. Так, я как понимаю, мне туда двигаться теперь. В другую сторону. Вообще не понимаю, как это может произойти. Одну пушку зарядили. Так, так, так. Спокойненько. Ну. Что-то не так? Или что? Давай. Ой, там какая-то катастрофа происходит. Сейчас немного дыма сядет. Что-то тут вывелось из строя. И... Нет, это надо были как-то. Даже не знаю как. Так, мне надо. Шарики надо доставить. Ладно. Как их доставить отсюда? Откуда их будут доставлять? А вот. Два, три, вот так, все нормализовалось. Так, мне наверх, а, подождите, а мне наверх как? Спокойно, спокойно, так. Не понимаю, так, не понимаю. Все работает, все хорошо, все просто прекрасно тут. Оля, 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 вот так вот, наверное, надо. Только не вот так вот, а вот так вот, а потом вот так. Правильно отсюда? Что еще-то надо тут сделать? Ну-ка. Еще разок. Давай. Работает машина. Вот оно, вот оно. Есть.
ядро сузилось. У меня броня ушла. Я не могу трупы поднимать. У меня исчезла эта способность. Так. Ладно, подождите. Шарик мы нормализовали. А, вот. Так. Давай. Гордон! Получилось! Система герметизации заработала. Долго она не продержится, но время мы выиграли. Пока ты был внизу, я залезла в их систему. И чего? Они действительно спланировали цепную реакцию, но не ради того, чтобы погубить цитадель. После уничтожения реактора взрыв стал единственным способом отправить сигнал туда, откуда они пришли. Я не знаю, что за данные они готовили к трансляции, но ради них они готовы пожертвовать всей цитаделью. Неплохо. Надо срочно передать их отцу и доктору Клейнеру. Я сделала копию. Что в ней, не знаю, но чувствую ждать беды. Да, займись как раз вот этим вот. И вот что еще. Чего? Это Джудит. Смотри. Смотрю. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На данном этапе сложно оценить размер разрушений. Сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Да где она? Опять поди думающий жук. Нет. О, это во второй части вот такие. Она попала в беду. Твари ходят. Надо передать ее сообщение и данные трансляции отцу. Он поймет, что делать. Копирование завершено. Данные у меня. А теперь уносим отсюда ноги. Думаю, они почувствовали. Ну что ж. Здесь есть лифт. На этом все. Сюда. Подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляем ваши комментарии. Пока.